днем рождения! Какой у тебя Томас? Побежали скорей! Мы собрали наконец-то Томаса, и у нас тут целая база, да? Да. Вот такой вот Томас. Он ездит по железной дороге, может загружаться. Здесь мостик поднимается у нас. Здесь у нас есть кораблик, есть еще что у нас? Подъемный кран, да? Угу. Поднимается. Сюда можно, например, бочонок прикрепить, да? Да. Но на туалет бан. Не надо бочонок брать? Да. Давай я тебе помогу. А, он уже держится сам? Да, он это затевает. Угу. Затевает. Вот так подняли, да? Да. В общем, тебе нравится такой подарок? Да. Афоня сам себе выбрал подарок. Ему очень нравится. Мы сегодня уже все это собрали и будем играть. Теперь 4. Вчера было сколько? 3. 3, а сегодня? 5. Что-то мне тоже понравилось. Да, да, мы поставили его на стол, чтобы было удобнее играть. Так удобнее-то хоть? Да. Афанасий, что тут у вас, авария, что ли, была? Да. Очень большой заказ в пине. А тут такой еще маленький, да, типа такой же. Отсюда смотри, отсюда вот эта коробка сваливается, отсюда это смотри. Бочка, да? Подъезжаешь, а ну подъедь туда, Афоня. Свалится оно туда. Вот, подожди. Вот это убери, подъезжай. Оно не совсем точно упадет. Нужно просто знать, где остановиться, да? О, точно упало. Распечатать, угу. Один обычный бисквит ванильный, сейчас еще испеку один шоколадный, будем собирать тортик. Вот наши два бисквитика. Вот этот вот беленький поднялся получше, шоколадненький немножечко похуже, но тоже высокий. Сейчас все это остывает и будем собирать тортик. Мы с Афанасием украшаем тортик. Кто его выбирал, такой тортик? Ты выбирал? Сейчас посыпем еще как будто тут песочек, да? Да, делаем. И Афонька сейчас еще песочком, да? Посыпь. Это песок, мам. Ну, это как будто песок, а там и так печенька покрошили, да? Да. Это как будто песок. Да, как будто это песок, да? У нас да. Еще тут... Это как называются вот эти растения? Кактусы. Кактусы. Да, кактусы, они бывают даже колятся всегда, да? Да. Так, ну что, не, ну у нас-то они не колятся. Все? Достаточно песочка? Не надо. И еще свечки я сюда поставлю, хорошо? Да. Такой вот торт получился. Мне так здорово, что Афонька сам его украшал. Я прям очень рада. Вот. Безешки сушила, кстати, так как духовка была занята, они сохнут 3 часа как минимум, в овоще, в общем, как это, вот в этой штуке, в овощесушилке. Сейчас я вас фоткаю. Я уже почти все готово, осталось только, в общем, картошка с курочкой в духовке, молодая уже у нас картошка, и осталось еще сделать салатик, помидоры, огурцы, в общем, что у меня на столе, вот этот вот светофор, который мы называем конченый, он быстро заканчивается, надеюсь, что сегодня точно так же произойдет, осталось чуть корейской морковки, колбаски, курочка, это плечики, и вот такие вот, что там, это голени, бедрышки, в общем, неважно, в общем, все это в духовке, сыр, овощная тарелка, грибочки, и вот сейчас еще будет горячее, и картошка, ой, и салат помидоры, огурцы с соевым соусом и со сметаной. Салатик в такой мистурочке из Икеи. Клевая, мне она так нравится. Фотографируемся с тортиком, да? Да. Да потом, как всегда, вечером не успеваем, да? Да. Кто это выбирал это... торт? Таскивин один. 4. От
Тимя. А вчера было? Было 3. А сегодня уже 4, да? Да. Сегодня уже такой большой мальчик вырос. Да. Маме больно. Больно? Маме когда ну. Маме больно. Да, давай целоваться. Пошли сейчас целуем. До крыши мы пойдем одеваться с тобой, да? Красиво. Да, да только пихай на колбаску, аки. Колбаску? Да. Афоня, с днем рождения тебя! Привет, Кость! А ты же, Миша, у нас для тебя тоже есть подарок. А это тебе с днем рождения. Афанасий. Афоня, а что это? Я не знаю. Мы вот зашли в магазин и не знаем, что это. Ты хоть знаешь, сынок? Что это, Афонь? Вина. Вина, да поуходи. Ну, папа, за... Да? Афоня, покажи, что тебе там подарили, сына. Привет, кум. Привет, кум. Тортик, ну сейчас свечки задуем, хорошо? Так ты пойдешь выпускать? Давай одни какие-то выпустим, а другие попозже, давай. Ну, на пути. Да? Они поставили давай. Среди всех полей. Ты загадываешь? Ну подожди, давай же желание. Давай песню петь. Все пускай, подожди. Это же свечки, которые не зажигаются. Сейчас я еще... Сейчас я еще, подожди. Ну не надо, не надо. Подожди, Маргарита. Давай. Папа как раз фотогигиенится. Да. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день. Погожий, почему я веселый такой? Раз, два, три! Ура! Мама, опа! Что будешь кусать? Давай, сила. Теперь целую маму давай. И? Не, отрезают это. Где детки кусали? Да. Давай. Ларипап, лари, 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 ларипап, ларипап. Ну, Зоя все знает, да, Заюня? Молодец. И ты будешь на сцене? Все, все гости разъехались. Теперь можем играть с подарками. Афоньке подарили вот такой вот штиль. Бензопилу, правда, здесь уже вот эта заводилка оторвалась, но она все равно работает, когда нажимаешь вот на кнопку. Здесь все, шина крутится, цепь, и все, можно вот так вот. Это называется демо-версия, прямо в магазине Штиль, в оригинальном продается. Что еще подарили? Машину на пульте управления белую. Мы ее сейчас заряжаем. Чтобы заряжалась, нужно выключить саму машину вот здесь вот. Вот, и тогда загорается лампочка на зарядке, все, она заряжается. Что еще подарили? Еще одну машину. Где-то бочка. А вот еще бочка на пульте управления. Вот. И еще КамАЗик. Вот, Афоня его уже сюда привез. В общем, мы сейчас здесь играем со всеми машинками. И еще вот такой вот левый КамАЗ.
Сейчас закладываю посудомойку, убираю все в холодильник, и мы спать. Хочу спать. А еще мне муж подарил обалденные цветы. Не знаю, но они вообще великолепны. Посмотрите, целый фиолетовый сиреневый шар. Я балдею.